Сьогодні ми можемо насолоджуватися свободою творити, свободою мандрувати. Слава Україні! Героям слава! Свободою бути щасливими. На жаль, народ України мусить боротися за свободу жити. Вони не можуть здатися, а ми не можемо припинити їх підтримувати. Тому організації, які ми підтримуємо, щодня навчають українських солдатів і надають допомогу там, де вона найбільше потрібна. Підтримайте лінію допомоги. Приєднуйтесь до спільноти. Добрий вечір, друзья. Поки я буду розказувати вам о главних событиях в Україні і мірі, прошу вас підписатися, поставити лайк этому відео і обязательно оставить коментарий ниже. Любая ваша активність помогає этому ролику попасть в тренди YouTube. Поехали. Испугавшись блестящего контрнаступления ВСУ, псевдовласти ДНР и ЛНР просят Россию аннексировать их оккупированные территории. Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику совместно провести референдумы о присоединении двух недоразумений к России, чтобы наконец-то стереть несуществующую границу между государствами. А уже сегодня Пасечник подписал закон о референдуме и назначил его проведение на период с 23 по 27 сентября. Напомним, по понятиям сепаратистов, референдум – это антинародный опрос, безучастное голосование для решения важного государственного вопроса. Глава Луганской области Сергей Гайдай аргументирует такую спешку оккупантов мощным ударом ВСУ, который загнал их в тупик. Результаты референдума, по мнению Гайдая, нужны для образования нового витка войны, чтобы следующее контрнаступление считалось нападением на Россию, что даст Москве возможность объявить войну и начать всеобщую мобилизацию. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Донецк, Луганск, Крым – это Украина, а любые попытки перекрасить флаги – фикция, которая ничего не изменит ни для страны, ни для партнеров. К 13 годам лишения свободы приговорили сотрудников ОБСЕ, которые выполняли миссию в непризнанной ЛНР. Дмитрию Шабанову приписали госизмену, считая, что в 2016 году он был завербован бывшим сотрудником Службы безопасности Украины и собирал сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещения личного состава подразделений Народной милиции ЛНР. Второй осужденный Максим Петров работал переводчиком в Луганском офисе миссии ОБСЕ. Его обвинили в сотрудничестве с разведкой Пентагона и передаче материала, содержащего государственную тайну о народной милиции ЛНР. Оба мужчины были задержаны в середине апреля. Миссия ОБСЕ работала в Украине с марта 2014 года. В конце февраля 2022 руководство организации начало эвакуировать наблюдателей из Украины. Процесс длился месяц, и за это время Россия все же успела заблокировать вывоз некоторых сотрудников ОБСЕ с оккупированной территории. Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник обвинил наблюдателей миссии в создании негативного имиджа России на Донбассе и сокрытии фактов нарушения Минских соглашений. Кроме вышеупомянутых, на востоке Украины еще несколько сотрудников миссии попали в плен к российским военным. Генеральная секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт и министр иностранных дел Польши Збигнєв Рау потребовали безусловного и немедленного освобождения всех задержанных. Уже более 4 месяцев их удерживают в неизвестных условиях, что усугубляет обеспокоенность их состоянием, заявила она. Президент Турции заявил, что Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных. Также Эрдоган поделился своим разговором с Путиным в Узбекистане и заверил, что глава Кремля настроен завершить это как можно скорее. Конечно, отчеты с фронта нам тоже говорят, что это вскоре завершится, но благодаря ВСУ и сверкающим пяткам оккупантов. Более того, турецкий лидер подчеркнул, что захваченные территории будут возвращены Украине, и Путин уже делает для этого определенные шаги. Точнее, его армия делает определенные отступательные шаги. Эрдоган никоим образом не оправдывает кремлевское вторжение. Но вопрос с Крымом остается открытым. Ведь это тоже украинские земли, которые Россия атаковала. Ждем, когда президент Турции пообещает и их вернуть.
Напомним, по информации СБУ уже было проведено 12 обменов пленными и домой вернулись более 500 украинцев. Самый масштабный протест за последние два года прошел в Кишиневе. Люди вышли на улицы столицы Молдовы из-за высокой инфляции и цен на горючее. Около 45 тысяч людей требовали от властей досрочных выборов, отставки прозападного президента Майи Санду и нынешнего правительства страны. Протестующие обвинили ее в том, что она не договорилась с Москвой о более разумной цене на газ. Многие установили палаточный городок возле штаб-квартиры правительства и пообещали оставаться на месте, пока Санду не уйдет в отставку и не объявит досрочные выборы. Молдова покупает газ у российского газового гиганта «Газпром» по контракту, заключенному в прошлом году. Цена колеблется каждый месяц, рассчитанная от спотовой стоимости на газ и нефть в зависимости от сезона. В этом году цены для населения выросли на 29% в сентябре после скачка почти на 50% в августе. Блиц-новости. В Бельгии 55 судей и прокуроров решили сесть в тюрьму. Делается это для эксперимента, чтобы почувствовать себя заключенными и оценить, является ли лишение свободы лучшим решением для человека, допустившего ошибку. Сидеть они будут в новом здании, где пока еще нет заключенных. Но таким образом персонал сможет эффективнее подготовиться к открытию тюрьмы. В немецком Мюнхене 17 сентября открылся 187-й крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест». Нынешнее мероприятие проводится после двухлетнего перерыва, который был связан с пандемией коронавируса. Ежегодно туристы за время проведения фестиваля оставляют в казне города около 1 миллиарда евро. В эту сумму входят не только траты на пиво и еду, но также билеты на общественный транспорт, проживание в гостиницах, поездки на такси, покупка сувениров и другие развлечения. В нынешнем году фестиваль продлится до 3 октября. Россияне решили подразнить Европу и запустили стрим, в котором под песню российской группы «Сектор газа» держат включенными 4 газовые конфорки 24/7. Ждем очередной новости про хлопок. И это все на сегодня. Кстати, мы есть во всех соцсетях, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски на нашем канале. Ссылки мы оставим в описании к этому видео. Хорошего всем вечера. Слава Украине!